почувствуй реванш. Ты готов принять со мной реванш? Я сам почувствовал реванш. Я тоже тебя убью. Без проблем. Без проблем. Давай, давай, убей меня. Ты готов, когда это сделаем? Сегодня. Когда это сделаем? Ты же не хочешь, ты же убегал. Организаторы, делайте нам реванш Исой Бархинхоевым, и мы готовы показать вам яркую рубку. Как человек может сказать, реванш убегает целый раунд? Я готов тебя выйти и размазать. Да? Я подготовлюсь. Я выйду в новой своей форме. Я выйду, новая версия будет. Я тебя еще легче убью. Сверхъестественный. Я тебя убью просто. Супер, несовершенный, Конор. Все, давай. Что? Что творится внутри? Внутри? Да. Внутри беспокойство. Я беспокоен тем, что у меня отняли победу. Меня обокрали в этом бою просто. Два раунда явно я забирал. Он ничего абсолютно, ничего не сделал. Все видели, кто болел, кто смотрел. Все свидетели были, в том числе моя команда непосредственно. Он 3 или 5 раз, если я не ошибаюсь, плыл. У него 3 или 4 раза было нокдаун. Как можно после этого отдать победу ему? В 2 раундах он плавал. Да, я согласен, возможно, я 3-й раунд пробегал в силу своего функционала, потому что у меня было всего 20 дней на подготовку, и я за 3 дня до боя заболел. Я не отговариваюсь, это не отговорка, я бы мог вообще отказаться от боя. Но тем не менее, как бы мне плохо не было, какие бы мне там инфаркты сердца не признавали, я всегда принимаю бои, всегда выхожу. Как бы мне тяжело и трудно не было, это мой хлеб, это мой заработок, я этим зарабатываю. Я готов рвать и метать, я готов выходить до последнего. Да, пускай в таком русле прошел 3-й раунд, я там пробегал, как говорит Иса, мой оппонент. Но я его, тем не менее, 2 раунда я его размазал, я его разбирал. То есть я делал вещи, я делал красиво. Он просто плавал, понимаете, как рыба в воде глушенная плавает. Так же и он плавал, понимаете, дорогие друзья. Поэтому я жду ваших комментариев, я жду ваших мнений. Что вы думаете конкретно по этому поводу? И я готов с ним зарубиться в ближайшие там 2 месяца, когда назначит организация нам бой. Я готов принять этот реванш и выйти, разобрать его на запчасти.